примите поздравления от Федерации фигурного катания. На льду юная фигуристка школы фигурного катания города Краснокамска Арина Богданович, воспитанница чемпионки мира среди юниоров Ксении Красильниковой. Thank you.
Парола. Вице-президент Нижегородской областной федерации хоккея, представитель программы «Добрый лед по Поволжью» Алексей Евгеньевич Швецов. Директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 4 Министерства спорта Чувашской Республики, представитель программы «Добрый лед по Поволжью», мастер спорта Олег Владимирович Салтыков. Представитель программы «Добрый лед», мастер спорта по хоккею, экс-игрок команды «Молот Прикамья» 2013-2014 годов, мастер спорта Алексей Владимирович Мажая. И мы приветствуем команды участников церемонии закрытия Кубка «Добрый лед». Нижегородская область. Команда «Рубин», рабочий поселок Ордана. Я думаю, что этот турнир запомнится вам надолго.
за то, что прошли такие очень сложные матчи, за новые встречи, новых друзей, за новое ваше открытие. Я поздравляю наших финалистов, победителей, нижегородскую команду «Лумин». Молодцы, ребята! Я желаю вам, дорогие наши юные хоккеисты, новых спортивных достижений, чтобы вы всегда любили этот вид спорта, который вам поможет в жизни, для вашей будущей жизни. Для кого-то это будет новая профессия, для кого-то это просто будет здоровье и благополучие вам. И также мне в завершении хотелось бы поблагодарить и вручить благодарственное письмо председателю Федерации хоккея Пермского края Алексею Михайловичу Чернову за неоценимый вклад в развитие спорта в нашем городском округе. Спасибо, Алексей Михайлович. Команды «Олимпия», город Кирово-Чепецк.
по итогам соревнований лучшим вратарем межрегионального этапа Кубка «Добрый лед» признан Иван Морозов. Команда хоккейного клуба «Бор», город Нижегородск.
Полуфинальная игра «Кубка Добрый лед» при Волжском федеральном округе подходит к концу. Финальную часть попали команды «Рубин» и «Бор». На этом объявляю этап закрытым. До встречи в финале. Пока! Внимание! Всеобщее фото. Соберитесь для общего фото. Никто не уходит. Спасибо. Команды, мы приглашаем на общее фото. А мы от всей души поздравляем наших победителей, участников, болельщиков, которые за все это время были с нами. Благодарим вас за преданность. За преданность спорту и безграничную веру в победу. Новых рекордов, громких побед и высоких вам достижений. Приветствуем вас, приветствуем.
совсем скоро мы будем чествовать победителей. Лед Кубахи – это лед круглый год, доступный для тренировок и соревнований. Добрый лед для новых побед и ярких событий. На добром льду Кубахи юная фигуристка школы фигурного катания города Краснокамска Алиса Бухаринова. Воспитанница чемпионки мира среди юниоров Ксении Красильниковой. Yeah.
И, конечно, это лед для новых звезд хоккея. Добрый лёд по Поволжью, Алексей Евгеньевич.
2013-2014 годов мастер спорта Алексей Владимирович Бажаев. И мы приветствуем команды участников церемонии закрытия Кубка «Добрый лед». Нижегородская область. Команда «Рубин», рабочий поселок Ордана. Председателю Федерации хоккея Пермского края Алексею
за неоценимый вклад в развитие спорта в нашем городском округе. Спасибо.
участники упорной борьбы. Третье место завоевала команда «Драконы», город Арск, Республика Татарстан. Thank you.
Приветствую всех участников соревнований. Полуфинальный этап Кубка «Добрый лед» Приволжского федерального уровня подходит к концу. Финальную часть попали команды «Рубин» и «Бор». На этом объявляю этап закрытым. До встречи в финале. Пока! Внимание! Общее фото. Соберитесь для общего фото.
Добрый лед Кубани. Это место массового.
Благодарим
Ледовая арена – это дворец спорта, который приглашает и где возможно провести такие престижные соревнования. Мне хотелось бы также выразить слова признательности всем участникам сегодняшнего турнира, вам, дорогие ребята. Я думаю, что этот турнир запомнится вам надолго за то, что прошли такие очень сложные матчи, за новые встречи, новых друзей, за новые ваши открытия. Я поздравляю наших финалистов, победителей нижегородскую команду «Рубин». Молодцы, ребята! Я желаю вам, дорогие наши юные хоккеисты, новых спортивных достижений, чтобы вы всегда любили этот вид спорта, который вам поможет в жизни, для вашей будущей жизни. Для кого-то это будет новая профессия, для кого-то это просто будет здоровье и благополучие вам. И также мне в завершении хотелось бы поблагодарить и вручить благодарственное письмо председателю Федерации хоккея Пермского края Алексею Михайловичу Чернову за неоценимый вклад в развитие спорта в нашем городском округе. Спасибо. Команды «Рубин», город Ядрин.
приглашается за наградой. Поздравляем наших победителей, участников.
которые за все это время были с нами. Благодарим вас за преданность спорту и безграничную веру в победу. Новых рекордов, громких побед и высоких вам достижений. Арина Богданович, ледовая.
по 29 сентября здесь прошел турнир Кубка Доброго Льда Прикамья. А сегодня завершается межрегиональный этап всероссийских соревнований Кубка Доброго Льда в Приволжском федеральном округе. 4 упорных дня, 12 команд, 34 матча. И совсем скоро мы будем чествовать победителей. Лед Кубахи – это лед круглый год, доступный для тренировок и соревнований. Добрый лед для новых побед и ярких событий. На добром льду Кубахи юная фигуристка школы фигурного катания города Краснокамска Алиса Бухаринова. Воспитанница чемпионки мира среди юниоров Ксении Красильниковой. Oh.
это лед для новых звезд хоккея. Директор спортивной школы Олимпийского резерва номер 4.
Федерации хоккея Пермского края и администрации Ивакинского городского округа.
Все команды-участники награждаются памятными призами от программы «Добрый лёд» администрации Кубанского городского округа и «Новой арены Кубана». Мы приглашаем за памятными призами капитана команды «Рубин», рабочий поселок Ардада. Наконец, лучшим игроком межрегионального
результате упорной борьбы. Третье место завоевала команда «Драконы», город Арск, Республика Татарстан. Алексей Чекунов.
Приветствую всех участников соревнований. Полуфинальный этап Кубка «Добрый лед» Приволжского федерального уровня подходит к концу. Финальную часть попали команды «Рубин» и «Бор». На этом объявляю этап закрытым. До встречи в финале. Пока! Внимание! Общее фото. Соберите для общего фото. А вы...